Одинцовский суд продолжает будоражить общественность. 3 июня 2013 года продолжилось слушание так называемого «дела Вадима Коровина». На сей раз гражданского активиста судят за якобы имевшийся наезд на инспектора ГИБДД Кириллова. Одинцовский суд был сегодня самой любезностью. Не только впустил всех желающих, но даже разрешил снимать без аккредитации. Сторона обвинения выглядела бледно, как спирохета, невзирая на сильные выражения. Особо опасное деяние, совершенное с особым цинизмом и дерзостью. Правда, пострадавший конечностью своею ГИБДДшник Кириллов стыдливо не явился. Тем не менее, обвинение настаивало на пролонгацию содержания под стражей дерзкого циника Коровина. Удалившаяся на совещание судья совещалась долго, наверное, с собственной совестью, а может, она тоже автомобилистка. И Коровина отпустила под подписку о невыезде, чем вызвала в зале суда бурные аплодисменты. То ли система дала сбой, то ли власть испугалась автомобильного бунта на фоне беспорядков в Турции. Но главное, Вадим Коровин вышел на свободу. Давление общества, требования общества к справедливому суду, внимание общественное рождает то, что должно получиться в итоге как независимый справедливый суд. Мы видим, что ничего не бесполезно. Вот от глупости, что все бесполезно, что все не работает, ничего не бесполезно. Мы видим, реально ситуация меняется. Она меняется медленно, она меняется со скрипом, но она меняется. А вы ожидаете, что могут быть какие-то провокации против вас? Ну, провокация она была, она и я ожидаю, что она будет. Со стороны МВД? Я не знаю, с чьей стороны. Я не знаю, кто давил на следствие. Я не знаю, что происходило. Вот ничего не знаю, дайте разобраться, честно. Спасибо. Удачи вам и свободы. Благодаря давлению со стороны гражданского общества, Одинцовский суд оказался не столь упоротым, каким мы его назвали в прошлом репортаже. Но все зависит от нас с вами. Что будет дальше? Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, Одинцово. Как считаете, поможет это напоминание? Вернуть гражданам некоторым совесть. Какой-то котик у него в машине. Смотри, какие котики. Вот в этой машине ездит свидетель? Нет, это судья. Ах, это судья. Это машина судьи. Хорошая машина, BMW. Да, 1,5 миллиона. Хорошая зарплата, наверное, у судей.